Привет. Хочу поделиться, как записать первый влог. Это была просто хохма. Как-то я посмотрел передачу, вдохновился, решил для себя записать какое-то свое понимание, ну, в первую очередь, чтобы не забыть. Вот. И сознание начало подкидывать различные мысли, как бы начало в голову приходить там, нет, не надо, не записывай, ты что, ты же нормальный человек, ты же не блогер, туда-сюда, там, тебя оценят, осудят, там, в общем, жуть, что началось твориться у меня в голове. Я взял, молча записал. Сознание начало дальше говорит, нет, ты что, ни в коем случае не выкладывай там к себе на страницу. Люди скажут, что ты вообще какой-то там сумасшедший. Еще что-то, блин, какую ты чушь несешь, ты себя и видел. И я такой в панике, что делать, что делать, что делать. И потом принимаю решение просто взять и выложить. И что самое интересное, после того, как я выложил, сразу же пришла какая-то тишина и покой. И в дальнейшем я просто понял, что я как личность, я сделал выбор и применил это. И когда я это сделал, уже никакие мысли, сомнения просто не могли ко мне приходить. И все. Просто взял и сделал. И сознание умолкло. Это было интересно.